Привет, ребята! Сегодня мы будем вместе с печенькой смотреть, какие бывают крутые роботы-тоботы! Попали. Смотрите. Трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А, ну, малыш, вместе давай, с музыкой. Попробуй отгадай. Кто же. Итак, у нас есть разные роботы, которые превращаются в интересные машины, а также во всяких динозавров. Давайте смотреть. Вау, что у меня есть? Я могу превращаться в мопед. Очень быстро еду. Интересно. Так, поехали, поехали, доедем туда. Я превратился в вертолет. С ума сойти. Вау! Это первый уровень. Мы сейчас будем уничтожать противников наших. Смотрите, нам надо уничтожить двух противников. Так, опа, у нас есть супер выстрелы. Мы уничтожили одного. Молодцы, ребята. Потанцуем, потанцуем. Оу, у нас получилось. Смотрите, нам дали 1500 кристаллов. Мы молодцы. Так, что у нас есть еще? Смотрите, какой удар! Вот это да! Ой, нам надо 15 тысяч кристаллов для того, чтобы открыть драндулет дрон. Ой, какой удар! Смотрите, как мы умеем. Круто! Вот так вот. Мы сейчас будем за синего робота, у него очень крутые спецспособности. Смотрите, он превратился в дракона и уничтожил эту машину полицейскую. Но в жизни так не надо делать. Не превращайся в дракона, ребята. Смотрите, одного сейчас уничтожим издалека. Какой сильный робот. Синий он пока что самый сильный, которого я видел. А какой вам нравится? Потом посмотрим. Так, мы видим еще две цели. Нам надо уничтожить еще два джипа. Смотрите, вот он один. На, получай. Получай. Да, один уничтожили. Теперь еще второй. Хорошо. У нас получилось уничтожить три машины, ребята. Ты здесь, печенька, привет. По полям, по полям. Ему это не понравилось. У него в прицепе кто-то песен. Смотрите, как много разных роботов. Какой цвет вам больше всего нравится? Мы теперь за синего робота будем. Он может превращаться в огромный лимузин Ламборджини. Ой, мы упали прямо на нос. Но мы можем взлететь и превратиться в самолет. Полицейский внедорожник. Давайте уничтожим его срочно, они против нас. Так, мы поехали на нем. Вот так вот, получай. Да-да-да. Мы тебя не боимся. Он почти не сносит урон, он не дает нам. Вот так его, туда его. Молодцы, ребята. Третий уровень оказался не таким и легким. Смотрите, нам нужно найти еще две машины. Давайте превратимся в самолет. Так, сначала в машину. С турелью на крыше. Давайте самолет сейчас попробуем. Так, куда надо нажать? Ага, вот так. Ой, не получилось. Сейчас попробую. Ага, вот так. Полетели, ребята, полетели. Надо больше тяги, мы очень медленные. Полям, соберись. Едет к нам. Мне кажется, или печеньке надо помочь. Ребята, поможем печеньке. У него один глаз меньше другого. А нет, все в порядке вроде. Давайте, больше тяги, полетели. Смотрите, какая прекрасная Honda стоит. Мы почти накопили на дрон. Мы сможем, ребята, полетели. Еще две машины надо найти. Стойте, подождите-ка. По-моему, я вижу один. Да, вот он, один вертолет, который надо уничтожить. Вот так, стреляя в него из всех орудий. Отлично, один уничтожен. Еще один. Кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай. Давай, 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 давай. Есть, получилось. Молодцы. Смотрите, какой салют нашу честь. Молодцы, ребята. Молодцы. Круто получилось, а в следующей серии мы покажем еще других роботов. Подписывайтесь на этот канал.